Скажу так, относительно российского интернета, мне бы очень хотелось, чтобы, во-первых, были защищены права правообладателей на полях российского интернета. Ну и, соответственно, если же если кто-то за границей хочет посмотреть или послушать наш продукт, или его скачать, то хотелось бы, конечно, чтобы это тоже все было очень законно. Вот. Что касается свобод в интернете, ну, вопрос очень интересный, вопрос очень сложный. Конечно же, дети не должны заходить на те сайты, на которые детям нельзя заходить. Они должны быть очень плотно закрыты, я не знаю, кодированы и так далее. Вот.